Здравствуйте, любители цифровой живописи! Сегодняшний видеообзор, как всегда, посвященный цифровой художественной студии, основанной на базе плагина «Импрессионист», будет посвящен ответам на вопросы подписчиков. Я также покажу некоторые приемы в обработке фотографии под варианты живописи. Немножко поговорим о предварительной обработке фотографий. Начинаем. Так, ну вот, у нас есть фото. Сразу отвечая на вопросы некоторых подписчиков, которые посвящены предварительной обработке фотографии. Сейчас на примере создания портрета на основе фотографии немножко поговорим о предварительной подготовке фотографии к имитации живописи. Ну, для начала нам нужно немножко обобщить некоторые мелкие детали, которые в живописи скорее мешают, чем подчеркивают что-то. Все-таки это уже будет не фотография, а портрет, выполненный красками. Поэтому нам нужно избавиться, ну вот, в данном случае, от многочисленных мелких завитков волос, ну и также поработать с цветовой гаммой, возможно, каких-то отдельных цветовых пятен. Для того, чтобы сделать фото более обобщенным, есть много приемов, но Photoshop есть превосходный инструмент, такой как микс-кисть. Ей мы и поработаем над прической этой девушки. Итак, выбираем инструмент микс-кисть, создаем новый пустой слой. Не забываем смотреть, чтобы была выставлена галочка смешивание всех слоев, и прорабатываем довольно-таки крупной кистью. Волосы. Если у вас есть планшет, это очень хорошо. Если нет, то ничего страшного. Можно работать, в принципе, и мышкой. Итак, вот постепенно мы сглаживаем ненужные нам мелкие детали прически. Где-то, может быть, делаем более художественно. Распределяя по всему рисунку. Это уже зависит от того, какую задачу вы ставите в создании, ну, в данном случае, вот, портрета. Также с помощью микс-кисти можно убирать ненужные детали. Ну, вот здесь вот видите, есть часть руки. Она здесь ни к чему, поэтому убрать ее можно также той же самой микс-кистью, просто-напросто пройдя по некоторым участкам руки. Ну все, я не буду
так особо вдаваться в эти нюансы. Вы поняли, почему мы создали новый слой? Потому что, посмотрите, если мы верхний слой уменьшим его непрозрачность, то наша прическа принимает первоначальный вид. Поэтому можно, скажем, непрозрачность верхнего слоя поставить не на 100%, а процентов на 80%, тогда у нас сохраняется и прическа, и в то же время волосы немножко разглажены для дальнейшей работы. Теперь можно выделить некоторые цветовые пятна, ну скажем, усилить синеву глаз. Для этого, так, слои вот эти можно объединить. И теперь для того, чтобы выделить именно нам глаз, в выделении есть вот такой прекрасный инструмент, как выделение по цветовой гамме. Здесь можно посмотреть, до какой степени увеличивается цветовая гамма. Говорим ОК, и у нас он выделился. Теперь, зайдя в насыщенность, усиливаем нашу синеву и снимаем выделение. Также можно поработать и с губами, немножко сделав их поярче, при этом определиться, чтобы выделялись только губы, поиграв ползунками. И также увеличиваем немножко насыщенность, яркость губ. Снимаем выделение. Вот примерно так. Теперь можно перейти к самой обработке фото. Предварительная подготовка прошла успешно. Я все время говорю, что для того, чтобы создать приличный портрет, либо пейзаж из фотографии, нужно обрабатывать фото не один, а несколько раз, ну как минимум дважды. Для этого в буфере обмена всегда должен находиться исходник фотографии. Но сейчас я вам покажу, как можно, в принципе, на одном слое несколько раз обрабатывать нашу фотографию плагином Impressionist. Это очень просто, но иногда бывает интересно и получаются довольно-таки неплохие результаты. Для этого вновь на сей раз берем инструмент лассо. Значит, толщину линии пера можно увеличить. Ну, в данном случае до 8 пикселей. И теперь мы выделяем самые значимые черты лица. Ну, в данном случае это нос, губы, глаза, если мы нажмем на Shift, то можем выделить еще некоторые участки.
скажем, ухо, линию подбородка. Так. Вот мы выделили те участки тела, которые должны быть проработаны нашим плагином более детально. И вызываем наш плагин импрессионист. Ну, я вот возьму акварельный. Значит, выбираю любой сет из предустановленных. И теперь, раз мы решили проработать детали, то я уменьшаю величину кисти процентов до 40. Просматриваем, можно еще немножко уменьшить. Так. И применяю эту кисть. Так, как видите, плагин отработал именно выделенные участки тела. Для того, чтобы обработать остальную поверхность, просто инвертируем выделение. Теперь выделена вся фотография, кроме того, что мы уже обработали. И вновь вызываем плагин импрессионист. Теперь наша кисть будет увеличена на больше, чем 100%. Все это дело можно просматривать, как будет выглядеть. И применяем. Вы видите, как быстро отрабатывает плагин. Я все вам показываю в реальном времени. Есть. Теперь мы снимаем выделение. И вот видите, в данном случае мы обработали фотографию, создали этакий этюдик акварельный, не применяя вообще слоев. Все сделано на одном слое. Повторяю, это иногда бывает полезно, или когда нужно сделать какой-то быстрый набросок, как это будет выглядеть, посмотреть. Ну и подсушиваем нашу красочку фильтром «Умная резкость». Можно взять процентов 90 работы. Радиус действия также чуть больше 2,5 пикселей. Применяем. При этом, как видите, в кисть встроены текстуры акварельной бумаги. Конечно, такой способ обработки не является самым актуальным, но тоже имеет право на существование. Дальше можно, конечно, в постобработке увеличивать там насыщенность, менять цветовое решение, баланс цветов. Это будет выглядеть уже каждый раз по-другому. Здесь каждый решает сам, какую задачу он хочет выполнить. Что еще я хотел показать? Я вновь вернулся к первоначальному изображению. И теперь давайте обработаем наше фото
вставив исходник фотографии в буфер обмена. То есть традиционным способом. Обработаем нижний слой в качестве подмалевочка. Как обычно, подсушиваем. Вставляем из буфера обмена исходник. Вновь обрабатываем акварельным импрессионистом с меньшими настройками кисти. Эту манипуляцию я уже показывал. Сейчас я хотел показать немножко другой вариант обработки слоев. То есть мы прятали верхний слой под маску и кистью прорабатывали детали. Но детали можно прорабатывать и с помощью инструмента градиентной заливки. Если мы также спрячем слой под маску, немножко будем обрабатывать градиентом. Таким образом, у нас будут проявляться детали нашей фотографии. При этом, как видите, слои также смешиваются между собой, создавая прекрасный эффект затекшей краски. Этим инструментом тоже нужно активно пользоваться. Когда все сделали, также убираем маску. И сливаем слои. Это все, что я хотел на сегодня вам показать. Пишите, задавайте вопросы. Адрес моей почты на вашем экране. Всего доброго.